Всем привет, ребят! Продолжаем трешивать на аккаунтах подписчиков. Сегодня у нас аккаунт Данилы с ником Редька. 37,5 тысяч самов на роллинг. На складе у него тут ничего нету. Судя по тому, что я вижу скины, аккаунт донатный. Да, 40 тысяч доната уже есть. Что по ресурсам? Не ахти. Та волну еще фармит. Ужас просто. Так, по подземках. Кошмарки даже не начинал, жестокие. Ну, такой вот аккаунт, видимо, недавно только начал играть. Арахнофобия гильдия. Вот такая вот гильдия. Вторые, третьи места. Босс 21.00. БГ не прошел, в другую гильдию ушел. В принципе, все правильно. Так. Ну что, у нас сегодня опять Коля, как обычно. У меня все роллинги под Колю. Все знают почему, потому что мы иногда делаем ход конем, если надо. Короче, надо выбить Асуру и Анубиса, ему не хватает. Сейчас посмотрим. Стрелок у него есть со стойкостью неплохой. Хранитель топовый. Растет. Тесса. Ремка нормально, отлично. Вообще огонь будет. Супер, супер. Ремочка нужна, замедлением есть, в принципе, на архидемона. Так, тут ремка нужна. Ну, тут я понял, дальше у нас все. Седна есть. Так, кого я не наблюдаю с таких интересных. Повелителя бури. Бигфута тоже что-то я не вижу. Может, они где-то здесь и есть, не прокачанные, но, скорее всего, вряд ли. Повелитель бури, Бигфут. Да, тоже, в принципе, нужны. Так, и Фрей не вижу. Фрея нужна тоже. Короче, тут надо нормально героев. Ладно, поехали. Поехали трешивать. Раз, два, три. Имба, приди. Влад Дракула сразу нам выпал. Так, отлично. Кенди. Рыцарь. Как легенды ему сыпят-то, а? Ниндзя. Капитан Дрейк. Так, поехали. Собьем невинность рандому. Так, ну не знаю, на его, в принципе, с его героями, ну, видимо, недавно начал играть, надо еще качать и качать. Так, поехали дальше. Арахнофобия, блин, такое название. Укротитель. Леди Лео. Дед Мороз. У меня такое впечатление, что сегодня Асура очень редко будет падать. Падают имбовые герои, а от Асуры не видел. Буду у себя уже на аккаунте рулить, тогда будет что-то понятно. Но пока я так не особо вижу, чтобы душек. Рино. Смерть. Ну, что-то было интересное. Капитан Дрейк опять. А что ты сделаешь? Кенди у нас уже есть. Ну. Это жесть просто. Троллит нас рандом этот. Купидон. Ронин. Ну, Ронин есть, повторка.
сожалению, Дед Мороз сразу же тыкнул. Ну. Ну, если бы Рибет был имбой, я бы радовался. Так, окей. Поехали, сделаем, добьем ему шапочку. Заодно, может, и слизни добьем. Так, делаем ход конем. Может, выпадет какая-то имба. Анубис, например, кто его знает. Даже заклинательница, в принципе, неплохо смотрелась бы здесь. Так, окей. Раз, два, три, самики. Наколдовал. Что у нас там по акциям сегодня есть? Открыть сундук. Надо посмотреть. Может, они затрату? Нет, за донат, скорее всего. Да, за донат. Ну, вот, отлично. Доберем самики сейчас. Еще там на 12-13 тысяч доролим. Так. $1500 упадет. Кстати, в этой акции неплохо. Вот только сказал, сразу 1500 самов дали. По 1500 неплохо дает. Очень интересно собирать отсюда самики. Но это опять же для тех, кто донатит много. Так, 600 и 50. Ну, как-то так. Как-то так, жаркое лето, побежали в жаркое лето, я не буду уже бегать там счастливое число, это они уже сами пусть бегают. Мороженки еще можно съесть на халяву. Тут тоже, кстати, неплохо герои падают. Вот призрачный всадник сразу же со второй попытки. И кристаллы неплохо падают. Вот еще 80 кристаллов, пожалуйста, еще герой. Нет, значки почета. Отлично, осталось у нас 15к, и нам надо добить 4 слизнячка. Забираем шапочку. Поздравляю с шапкой твоей первой. Поехали дальше. Так, а что у него тут есть интересного? Да, ничего у него тут интересного нет. Но еще стрелок, смотрю, есть. Ворожай, Ирину выбили. Повторку. В принципе, повторки нормально. Поехали дальше трешевать. И сразу же нам падает череп. Отлично. Бульдозер. Атлантикор. Да, посмотрите, как начали сразу падать после Диндоня. Леди Лео. Варлок. Вот смотрите, сейчас слизни нам просто не упадут. Седна. Один. Два. Снова зила. Три. Четыре. Все, добили. Все-таки добили, еще сердцеедку получили. Ну, седна, не помню, есть у него, нету. Есть у него, тоже повторка. Ну, что есть, то есть. Мы свою миссию выполнили. К сожалению, пока Асура не очень падает. Поехали, заберем плюшки. Так, и откроем сейчас ему. Шапку я пока трогать не буду. Я просто открою сундучок. Посмотрим, что оттуда упало. Так. Точнее, упадет. Тык. Тык. Бастион. Бог войны падал, бастион, гнев падал. Рандомчик есть. Так, профессор Рибет, не знаю, тоже, наверное, недостающий. Ты. Во всяком случае, шапка у него уже есть, вот такая вот. Сейчас только херасимовый талант. И что-то мы висим.
Опять соединение не установлено. Ну что такое? Ну сколько можно забегать на этот аккаунт? Ну запарили уже, не дают нормально паролить. Чего бегать? Ну бог войны. Ставим так. Вот так вот, ребят. В принципе, все, что могли сделать, сделали. Аккаунтов еще очень много. Поздравляем с этим героем. С донатным первым твоим. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно лайкосики под видосами. Всем пока.